Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Подписывайтесь, если вы на канале впервые. Здесь вы найдете огромное количество бесплатных мастер-классов по дизайну ногтей. Сегодня я покажу вот такой осенний дизайн с трендом этого сезона надписью и милым ежиком, который очень радуется красивым осенним листочком. Вот такие ручки ко мне вернулись. Ногтям месяц и 3 дня. Ногти на указательных пальцах клиентка сломала на работе. В остальном все нормально. 3D-слайдеры относились хорошо. Топ от Космопрофи отлично держит. Снимаю старый материал. Скорость где-то 20 тысяч. Фрезе скользит по ногтю. Стараюсь фрезой максимально ровно снять материал. Также убираю ступеньку отросшего материала. Убираю длину. Материал относился отлично, даже на сломанных ногтях ни одной отслойки. Теперь пилкой выравниваю свободный край. Пилкой прохожу по поверхности, убираю неровности после фрезы и убираю естественный глянец с отросшей части ногтя, тем самым приподнимаю чешуйки ногтя. Это даст более качественную сцепку с искусственным материалом. На остальных ногтях выравниваю свободный край. Прохожу пилкой по поверхности. Все готово, теперь перехожу к маникюру. Апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу. На самом деле маникюр на этих руках всегда для меня испытание. Кожица очень тонкая, капилляры очень близко. Чтобы вы понимали, здесь можно поранить, даже отодвигая кутикулу апельсиновой палочкой. Максимально аккуратно вычищаю птериги. Ножничками срезаю кутикулу. И вторая рука. Наношу бескислотный праймер на ногти, который буду наращивать. Теперь базовый гель. Наношу тонким втирающим слоем. Подставляю форму. Наращивать буду акрилатиком. Это очень просто и быстро. Набираю немного материала. Теперь кистью, смоченной в обезжириватель, выстраиваю свободный край. Это кисть от Космопрофи. Очень удобно. С одной стороны есть лопатка, чтобы набирать акрилатик, с другой непосредственно сама кисть. Кисть упругая, отлично справляется с материалом. Теперь набираю еще материал и моделирую ноготь. Да, в работе с акрилатиком кисть играет огромное значение. С качественной кистью архитектура ногтя сама выстраивается.
Лишнее убираю. Акрилатик – удивительный материал. Он никогда не затечет, с ним можно работать столько, сколько требуется мастеру. Снимаю липкий слой, выравниваю свободный край. И теперь на остальные ногти наношу бескислотный праймер. Далее понадобится база. Это база для гель-лака от Cosmoprofi. У меня она недавно, но очень понравилась. Предыдущее покрытие также было на этой базе и не единой отслойки спустя месяц. По консистенции база средняя, отлично самовыравнивается. Но вы и сами все видите. Можно пальчик перевернуть, чтобы быстрее и ровнее получить блик. На акрилатик также нанесла базу тонким слоем, чтобы легче наносился гель-лак. Основной цвет будет от Cosmoprofi номер 104. Первый слой наношу тонким слоем сразу на все ногти, там где он задуман. На втором слое уже хорошо прокрашиваю ногти, выравниваю кутикулы. Цвет под дизайн. Очень здоровский оттенок серого с легким подтоном сиреневого. Теперь хочу такие себе ногти. Второй слой. Нужен черный гель-лак. И цвет, который основной, бордовый. Основным цветом рисую мазки. Честно сказать, хоть это и тренд сейчас, но мне эти мазки не очень нравятся. Не видела ни единого дизайна с ними, который бы меня зацепил. Но нравится, не нравится, это дело третье. Главное, что хочет клиент. Тонкой кистью рисую, край делаю рваный. На другой руке на безымянном пальце рисую мордочку ежика черным гель-лаком. Добавляю в мазки золото. Нужен топ. Добавляю в топ каплю черного гель-лака. Рисую подмалевок иголок ежику. Черным гель-лаком пишу надпись. Мне в комментарии под предыдущим дизайном с надписью спросили, почему не на русском языке. Вот, пожалуйста, сейчас на русском. На палитру ставлю цвет, который наносила на безымянные ногти. В него подмешиваю черный. Рисую штрихами иголочки.
Нужен желтый, в него добавляю бордо, получается оранжевый. Закрашиваю морду ежика, ставлю капельку цвета и распределяю сухой кистью материал. А здесь черным гель-лаком продолжаю надпись. Чистым черным гель-лаком рисую еще иголочки. Бордовым ставлю румянец на щечки, немного растушевываю. Желтым, смешанным с бордо, рисую несколько листочков. Кое-где навожу буквы. Перекрываю все ногти топом, топ без липкого слоя. И вот такая осенняя красота получилась. Нам дизайн очень понравился, надеюсь, понравится и вам. Ссылка на интернет-магазин Космопрофи и на все материалы из видео будет в описании. Обязательно заглядывайте, там всегда много полезной информации. И всегда оставляю ссылки на все материалы. Материалы качественные, крутые, мне очень нравятся. Добавляйте свои варианты дизайна в соцсети под хэштегом #itsmynail, я всегда с удовольствием смотрю ваши работы. Если вам понравилось это видео, ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго, хорошего дня!